потому что Россия в этом видит угрозу своим позициям в регионе. Она считает, что Запад пытается ее вытеснить из региона Южного Кавказа в целом, из Армении в частности, и что армянские власти содействуют в этом вопросе Западу, США и ЕС. Поэтому понятно, что России это не нравится, и вот заявление Лаврова и Захарова, причем не только за последние два дня, можно вспомнить, что за последние недели уже несколько раз они очень жестко на эту тему высказывались. Россия и Запад сейчас фактически находятся в состоянии войны. Пока что холодной, опосредованной, да, но фактически Запад принимает одна из сторон конфликта на Украине, воюет с Россией. Западные лидеры, лидеры США и стран ЕС, неоднократно подчеркивают, что их цель нанести военное поражение России. И даже не только просто поражение, звучат и намного более далеко идущие планы. На этом фоне, естественно, что Россия на все эти действия очень вот так реагирует. Потому что если раньше они хоть были конкурентами, но и в некоторой степени партнерами, то сейчас это стороны прямо называют друг друга противниками. Я уверен, что как раз цель Запада в нашем регионе ЕС действует совместно с США. Свидетельством того является то, что, например, о предстоящей встрече в Брюсселе сообщает нам Госдепартамент США. Мне кажется, это вполне конкретная цель — вытеснить Россию из региона.